Все, давай начнем уже. Все, подожди, запись идет. В общем, всем привет. Вы на просто игровом канале RusFPS. Сегодня мы проходим игру Golden Axe, первая часть. Ну как проходим? Пытаемся ее пройти. Говори код мне. 2. Быстро. W5S. Все. Вот, пытаемся пройти ее до конца. Да, я нажимаю старт. Вчера мы попытались ее пройти, мы дошли до замка, убили главного стража, спустились в подземелье, и там, ну, Тимур уже сдох до того момента, и я, как истинный киберспортсмен, дошел до конца. Подожди, зайди в Options, зайди. Life Meta 5, подожди. Магия, атака, прыжок, все. Все, поехали. Ну, хватит жрать там. Я жрать. Тимур, мы без склейки. Так это орешки. Ага. Орешки. Так, подожди. Я за этого, а ты за сучку, да? Ну ты за сучку. В общем, как говорится, этот проститутка. Ну, не бери, бери гнома. Да. Это проститутка, сутенер и владелец порно-бизнеса. Давай, переводи. Переводи. У меня уже смартфон вспотел. Короче, забрали принцессу. Не, нахера ты орешь? Давай я спокойно скажу. В общем, забрали, да, принцессу и принцу. И, короче, мы должны... Вот Алекс сдох в битве. Где? Принесите мир, короче. Peace the land. Подожди. То есть мы должны, короче, всех уничтожить, принести. Сделай суперудар, давай. Это, знаете, порно моего детства, первая часть. Ну, давай еще. Ну, развернись как-то, жопа, я не знаю. А нет, просто иди вперед. Во, еще иди. Класс. И такой дедушка-сутенер доволен. Вот. Это одна из самых тяжелых частей. Это... Да, вот, подожди, дай графику, а нет, не графику, а управление. Так, изменить, 1.2 сделаю, вот так вот. Все, помнишь, мы должны играть слаженно и... Что ты делаешь? И друг друга не мочить. Угу. Понял? Поставь, кстати, сглаживание. Не хочу. Сглаживание? А я тебе говорил. Ну ладно, давай поехали. Ну, ребенок. Подожди. А теперь можно начинать. Ну, го. Го, ребенок. А, больно. Ноги. Да. Ты знаете, баба, которая, так скажем, все сделает сама, в горящую избу войдет и... Давай. Ой. Ай, у тебя эти пару кишочков... Сломал. Слушай, мы как-то хреново играем, я тебе скажу. Очень. Подожди, но давай. Тимур, хорошее. Давай я буду главной этой, а ты будешь так на подсосе. Ну. Опа. Тимур, давай без минимализируем количество плохих слов. Мне, кстати, нравится его анимация, когда он Да, вот ты того нахера. Нравится анимация того, как этот монгол. Или это нагаец. Нагаец это или кто? Кто? Ну, в общем, этот челик, как он... Ну, добивай ее уже. Ладно, пофиг. Как этот... Когда монголы этого бьют, он корежит свой фейс. Айди. Сейчас. Точно, все остальные тебе. Подожди. Все, забирай. Но. Так, ну тут просто расхреначик и все. Во, да, все. Отойди. Вот, все. Изи. А, и сейчас мы их магией. Во-первых, ты делай. Да, сначала. Подожди. Сначала ты. Да, делай. Ну, быстрее. Все, сейчас сделаешь магию. Пропал. В смысле, пропал. То есть. Ну,
хайпануло. Он там видос, подбирайте. Видос у Невзорова вышел. Сейчас мы добьем второй магии их и... Подбирает дракона вот этого. Нахера? Я и без дракона. Ой, блин. Ну, хорош. Срали дракона. Но! Все? Изи? В этот раз легче, да, но все равно, знаешь... Слушай, мне кажется, сила магии, если она типа 1-2... Подожди, дай я возьму, да. Если она 1-2-3-4, то она все равно, если, например, третья магия у тебя и третья магия у меня, они одинаковые. Просто у тебя больше возможностей. Что тут? Короче, мы захватим... Мы, в общем... Так, мы идем к замку, вот типа такого, и мы взяли деревню, захватили. Черепашки. Подожди, это же просто вилледж там написано. Вот это Turtle Village. Да. А там просто была деревня-колхоз. А, ну да. Вот видишь, как он лицо корежит, когда ты его рубишь. Подожди, Нет, ну-ка сделай просто удар. Подожди, просто удар. Нет, ладно, просто мочищет вот этого. Нет, ну... Видали, какая спина у бабы прокачанная? Не то, что у тебя, да? Так, ну-ка, ладно, ладно. Это вам не... Это вам не современный фитнес, леди. Так, ты прячься туда, да, и мочи... Это, а я этих буду мочить. Все легко и просто. А... Все, изи, поехали дальше. Сейчас маленькие мальчики бегут за большими тетеньками. Ужас, ужас. Так, что, давай ты этого бери, а я беру кого? Сейчас, вот, я вот этого паренька возьму. Ты просто огнем метай, чтобы они даже когда будут бежать на тебя, не смогли. Да, все, изи. Так, давай. Подбирай. Одну тебе, остальные мне. Давай. Сюда иди. Так. Ну, бессмысленно было тебе. Тебе еще надо две магии. Так, подожди. Но давай мы... Он все равно мощнее первую часть. Подожди. Атаку делает. Чем больше, тем сильнее. Не, слушай, очень по легко. О, ладно, ничего страшного. Да, подожди, подожди. Бери быстрее. Блин, мне кажется, мы не всем урон нанесли. Ну это же убежала. Конец. Убери, да пофиг. Дракона. Да пофиг ты. О, хорош. Все. А сейчас еще кто-то будет или нет? А, все, нет, слушай, чьё? Легко. Слушай, а это чье? Это нам за драконом, а, да? Это забрали. А что? Я возьму же пожрать, да? А тебе, да, подожди, а это кому? Это мне. Ну, блин, ну, сучка, иди сюда. А, все, ты что, меня сейчас хотел убить, что ли? А? Вот малолетка, бери с собой, а. Была возвращена что-то гигантской черепахе. Да, да. Что-то черепаха. Да, короче, мы сейчас... На протяжении реки, короче, мы сейчас, да, на море отдыхаем. Да. И, короче говоря, что мы сейчас... Подожди. Вот бери с собой поход, в поход девушку, она окажется несовершеннолетней. И потом Мася всю жизнь, да? Бля. Не, ну... Ау. Смотрите. Класс. А сколько, слушай, сколько ее жарить надо? Жарить, жарить. Ну ты понял прикол, да, жарить? Давай, давай. Жарить. Блин, слушай, у меня руки вспотели сейчас. Что, реально? Да, все, давай, давай. Давай, вперед, я не смогу подходить. А мне нужно будет ускоряться или нет? Ну я ускоряюсь по привычке. Фу, фу. Так, чё, чё, давай, руби. А, да. Мы потеряли одну. Да похер. Дай я только возьму... Мне лучше доп до третьей. Так, подожди, дай я. Ты... Нет, давай, Боже, ты вверх, я вниз. И дракон сохрани. А ты эту сучку мочи, я эту, да. А мне двое сразу. Ну-ка. Всё, а, стой там. Так, теперь смотри, я вот так вот. Всё. А сейчас... Ой, бля... Подожди, магия.
Ну, это довольно-таки легко. Да, я сяду. Все, все. Все, вали. Я буду вот так вот делать просто. Ой, мне кажется, не получится. Все. Все, сейчас. Все. Еще, береги еще, дракона. Еще. Ну, если беречь дракон... Так, сейчас эти будут гномики. Дай мне... Конечно, берем. Таких надо еще, блин, поймать. Дай одну. Ну. А лучше две. Бери, бери две. Я прокачался до шестого. Так, подожди, я магию трачу? Пока что да. Ой, давай их... Пока что трачу. Да, давай. Ну, слушай, мы на какой уровень сложности играем? А там сразу нормал ставится. Всегда один только уровень сложности. А, ну это не катит. Тут только надо изменить количество жизни. Слушай. Когда вот так вот мочишь, он... Принцесса такая прикольная штука есть. Так, подожди. Раз, два, три, давай. О-о-о, пацаны, не советую, не советую. Так, подожди, я. Сюда. Я умею уворачиваться от них, смотри. Оп, и смотри, оп. А-а-а. Солнышко пропало. Давай я. Куда ты лезешь? Ну вся, теперь ты мне дашь по-любому, да? Так, мне пожрать дашь. Так, баба, свари мне что-нибудь. Куда тебе одну? Вот, все поровну, 3-3. А тебе магия досталась. В общем, баба не дала старикашке. Слушай, у нас какие-то взрослые уже разговоры пошли. Не забываем. Так, переводи, что тут написано. Тимур, что делать? У меня смартфон нагрелся. Убирать чехол или нет? Подожди тогда, пауза. Немножко снял. Подожди, подожди, что ты делаешь? Тимур, что ты делаешь? Дай мне паузу поставлю. Так стоит ведь. Стоит у меня. Все. Подожди. Раз. Хватит есть, малолет. Да, ладно, сорян, сорян. Слушай, а мы, главное... Я вообще-то не обедал еще. Главное не сглазить, но мы неплохо идем. Слушай, сколько еще уровней осталось? Я вперед. Три еще где-то. Или... Нет, ты иди вперед, а я буду их сдерживать. Они сзади пойдут. Ой. Смотри. На. Вот это прикольно, когда не подходишь к ним и просто бьют. И... Нет, когда... Самое прикольное здесь, это когда, да, ты их сбиваешь. Вот этот самый... А ну, чё, моя баба, иди отсюда. Ты сначала это... Давай, иди. Знаешь, что такое изделие номер два? Ну, это то, что я использовал, когда мы с тобой спали. Вместе у костра. Да это в Советском Союзе так называли. Отойди сейчас, это, потом опять плакать будешь. Ну отойди, блядь, ну сказал же отойди, ну ёбана, это, ну и тебе еще кишки всп... Все, это, отойди, батя разберется. Все. Сейчас, короче, берем по скелету, вот. Вот это мой скелет. Ну все, изи. Мне интересно, как скелеты могут говорить. Вот это вот. Подожди, только у тебя магия, дай мне тоже. И второй тоже мне, чтобы у меня была вторая по силе. Подожди, да. Все, первую магию не тратим? Или тратим? Блин, опять мы... Ладно, тратим, пофиг. Yeah. Да плевать, почему дурак? Нормально, мы хоть... Ну ты так лежишь вообще. Слушайте, это реально порно моего детства. Вот эта игра. Мне кажется, черные это самые сильные, да? Да. Отойди. Ну, добивай. Не жарь меня. Ой. Подожди, это. Тут не используем. Конечно, нет. Так, подожди. Ты бери. Ну нахера ты это делаешь? Отойди. Сейчас мы опять просрём. Нет, не просрём. Все. Изи. Бля. Ой. На миллиметр. Ой. Не смог отжарить. Так. Ой. Меня только не бей. Ну не бил же. Так, все, давай магию нахер.
Ну, все, хорош. Когда хорош. Я лежу, я не могу использовать магию. Ну, да, правильно. Если первый стейдж, Руслан, все равно можно бьет. А сейчас тебе такой первый стейдж. Вот так надо бить, не подходя дальше. Вай, Вася, не... Вот, тихо, да-да-да. Слушай, прикольно мы его зажали. Все? Да. Так, ну теперь-то ты мне дашь точно. Так, мне пожрать. Дай. Если две, то мне... Так, сколько там? Иди сразу. Там у меня все равно уже как-то у тебя... Так, ребят, мама только что пришла, сказала, будет увеличение мест в институтах, бюджет из-за коронавируса. Это классно, если это реально так будет. Надо сейчас бы... финальная битва началась. Ой, финалочка. Класс. А там еще два уровня. В смысле два? Один? Да подожди. А это какой? Это пишут, давай вниз. Нет, давай мы их сначала отвлечем. А ты иди это... Все, валим, пацан. Все, ты иди, баба, отсюда, да. А я этого покромсаю. Все. Так, подожди, ты вперед. Сейчас это, прыгай. Ой, бля. Все. Драконов срали, да, пофиг. Подожди, сейчас эти шизики два будут, да. Я этого, ты этого, все, легко. Все, уйди, женщина, отсюда. Ну, слушай, у нее ягодицы, конечно, слушай, да. Я тебя спас. Говори, когда, если что, используем. Ой-ё-моё. Да, я вижу. Ты вот этого, я... Ой, все. Главное сейчас не слиться. Вот сейчас главное, Тимур, не это. Нормально. Ну, мы хорошо идем. Слушай, тут один уровень сложности только, да? Сюда иди, малолетка. Все. А, сейчас эти два этих... Подожди. Подожди, не надо, ну магию ты нахера потратил, хотя ладно, пофиг. Смотри, сейчас я, это, на, смотри как надо, вот ты идешь так, балансируешь, и потом резко, ай. Ну или окружаем, вот, и мочим их, да, ой, блин. Так, подожди. Хорош? Все, ну нахера меня-то, вот, молодец. Так, мало... Дец. Ой. Отойди. Все, хорош. Так, моя. Литературное слово. Кстати, да. Ой. Все, дай его отжарю. Я могу его так до конца мог бить его так. Все. Все. Тимур. Слушай, а у нас сколько осталось? Еще. У меня еще два осталось, да? Ой. У тебя еще один. Нет, у меня еще два. Подожди. Они общие. А, точно, я забыл. Подожди. Мне две минимум, ладно? Ладно. А лучше все остаться. А лучше... Нет. Что ты делаешь? У меня будет магия третьего уровня. Все. А ты? Я сейчас тебе скажу, когда. Вот смотри, сейчас не тратим. Сейчас стараемся не тратить. Понял? Мочи этого, да. Хлопца. Вот такие вот украинцы. Ладно, ребят, кто с Украины, сорян, просто он реально похож на, знаете, такого Тарасу. Нет, это именно вот средневековый такой, среднестатистический. Тарас Бульба такой, знаете. Слушай, а мы легко победили их. А, сначала я использую магию или ты? Давай сначала ты. Да. Подожди, давай я его. Все. Фу, я отвлекся там, я думаю, мама заходит. Так, все, давай, умирай. Подожди. Да что, серьезно, что? Подожди. Так, что, какой план? Подожди. Раз. Сейчас вылазит сверху еще. Подожди. Подожди, раз, два, давай делай. Хорош. А потом я? Два эликсира первого уровня, это мощнее, чем один эликсир первого уровня. Слушай, мне кажется, после моего, по крайней мере, все скелеты сдохнут, да? Слушай, мне, я не знаю. А что скелеты-то не сдохли? Я его лишу магии.
магии. Каким образом ты его... А чё... Ё-моё, Тимур! Тихо, тихо! Отвлекался. Ну, да, режь, режь. Я мог его отжарить полностью. Тьфу, ё-моё, а. Подожди, сейчас... Сначала... Ой, как он меня вперед ударил? Я не понимаю. А-а-а. Слушай, мы сейчас сливаем просто. А ты скелета мочи. Уэээ. Да почему ты не ускоряешься? Ой. Твоя цель скелет. А моя вот этот вот... Добей его. Ой, что, добили? Да, добивай, а я вот этого... Все легко. Ай, не больно-то легко. Так, я поберегу себя тогда, а ты это, да. А ты мочи его. Нет, ладно, я лучше, потому что ты хреново играешь. Ой, точно, я лучше себя поберегу, да. Я же забыл, что тут нету нулевой. Че, давай? Ну... Если мы не будем на него нападать... А, я за... Чё, серьёзно? Тихо, аккуратно. Подожди. А, я не успел. Так, подожди, это мой последний кредит, да? Да, твоя последняя. Подожди, подожди. Подожди, подожди, сейчас. Но твой. Подожди, чё ты сейчас будешь делать? Ну, всё? И сейчас будет... Та-т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 а
Принц. Это еще не конец. А это еще не... Подожди, а вот этот крутой, это всего лишь страж был, да? Так понял. Что они говорят? Переводим. Ладно, это пофиг. А, это Шабулда говорит. I thank you for your courage. Ну, спасибо. Да, спасибо. Но у нас еще одно дельце для вас. Taking orders sometimes he did disappear. Подожди, will you... Так, подожди. We Короче, go into battle for me... Еще раз. Да, мой лорд. Блять. Ну понятно. Да, мой лорд, там я сделаю для вас. Да, мой лорд, я сделаю для вас все угодно, даже без резинки. Ой, дю. Да ладно, ладно, я прикол. Слушай, вот сейчас будет опасно, потому что тут. Так, назад. Так, назад, назад. А ты вот этого. Ой, бля. Ну, сливать таким слабым это не солидно. Че, бежим? Ну, беги первый. Ну. О, из-за тебя я... Вот мы тупые. Так. Так, первый. Что за прикол? В смысле гейм овер? Почему гейм овер? Там еще был один кредит. Видал, какой крутой, да? Ты все кредиты истратил. Да. Так там процент большой был, поэтому... Я аккуратно. Очень аккуратно. Чё, где этот скелетон? Скелетон где? Да, Тимур. Упал он. Так, я медленно иду. Спасибо, фигли. Да не боись. Истратил всё. Тимур. Хотя там был ещё один кредит, слушай, мне написали, где... Слушай, я... а если я затащу? Слышишь? Да пофиг. Баг. Да пофиг. А если я затащу? Если. Подожди. Два, три. Так, пацаны, мне не надо столько? Надо. А, надо. Я в туалет хочу. А мне давай... Если бы понравилось. Да. Ладно, пофиг, не буду гнаться. Так, тут прыжок. Ладно, пофиг. Ну, чё ты... Не провоцируй меня. Чё так? Принцесса бы пул набралось. Слушай, мне страшно. Ну, я его сейчас... Сейчас он ко мне будет подбегать. Ой. А тут нельзя защищаться, да? Нет. Да сука! Увеличь стик направления. Че, у меня одна жизнь осталась, да? Mm-hmm.
Ну, во-первых, ты до свидания. Во-вторых, блин. Давай я истрачу магию, пофиг. И сейчас будет еще два рыцаря. И они еще от этой магии не сдохнут, смотри. Видишь, какие твари живучие, а? Все. Так, не... пощади. Пощади, султан. Да... это ГГ будет, если я не дойду до твоего места. Где закончил? Ну, твою мать. Все, гейм овер, да? Тимур! Да, быстрее. Да. Да, отвали. Мой кредит. Да! Я хреново играю. Да, я лучше. Все, сейчас эти пацаны придут. Слушай, я придумал. Их надо... да. Тьфу, нет. Нет, не так их надо. Их надо разбега бить. Во! Сбей того сначала. Да. Почему не упал? Сбей его. Все. Да. Так, сейчас и с этим мы... Так, чё? Можешь его тоже отвезти, в принципе. Ух, тварь, а. Да нахера? Сбей. Ладно, я попытаюсь, но не... Я вот буду так аккуратно. Ай, подожди. Ты не делаешь это, потому что стик маленький. Потому что боюсь. А что, можно? Да. На. Где? На, сука. Что ты можешь-то, а? Принцесса вообще не делает, кстати. Мне кажется, нет. Но... А этот головой. Ну, поэтому он без мозгов. На... Чё? Пацаны? Сейчас, походу, будет финал. Мама. Можно я стик побольше сделаю? Да! Мама! Мне страшно. Так, пацаны, с вас лайки. Дай мне одну куснуть. О! Я ссать хочу. Ребят, сорян, но... Давай еще. Две. Ты мне не дашь потом. Ты уже свои съел. Да. Да? А почему у меня один... Вот, 1.2 самая норм, мне кажется. 1.5 ставь. Нет, 1.5 слишком большая. Все. Делай как удобно. Блин, Тимур, что делать? Играть. Мама. Так, пацаны, не надо. Вот самое бесячее. Ой, это пиздец. А чё, он себя сам бьет, что ли? Нет, тебя. А нахера? Тебе повезло. А у меня магии нет. Ой, Какого хуя? А как это играть вообще? Подожди, Тимур. Такие раньше сложные игры были. Это не сейчас ваш этот вот... А как вообще... Как уклоняться? Ой, ё-моё. Это невозможно. Нет, это возможно, если мы косячить не будем с тобой. Подожди. В общем, ребят, я так понял. Ну, по крайней мере, финалочку мы увидели с вами. Да. Game over, финалочку мы увидели. Ну, по-любому он сдохнет, типа, а во второй части он вернется, потом в третьей части он опять вернется. Вот, ну слушайте, это рекорд. Я побил. Ну, мы с тобой неплохо сыграли, но можно и лучше. Вот, все, ребят. В принципе, да, в принципе, если хотите продолжение, то, ну, я не знаю, там лайки, подписки, вот это все делайте. И мы вернемся в эту игру и накажем этих всех накажем. В общем, всем пока, подписки там, все дела. Тара-та-та-та, все, пока.